Всем привет, зрители и гости моего канала, вы на канале Play With Dan, и сегодня мы продолжаем играть в игру Earn to Die. Что ж, поехали, сегодня будем уже без музычки, которая была из игры в прошлый раз, потому что она мне сильно мешала, мне она не нравилась, и мы продолжим. Окей. Продолжим с нашей тачки, кстати, да-да-да, я узнал, как запускать буст, да, это было на самом деле сделать очень легко. Потому что мне игра сказала, как это делать, но я не прочитал. Да, я не самый умный человек. Смотрим, что у нас можно прокачать. Ничего, ничего. Вот чуть-чуть можно. И go. Поехали. Буст, на самом деле, мне прописано было, как запускать буст. Игра мне об этом сказала. Надо было X нажимать, но я это пропустил и поэтому не заметил. Вот. На мое удивление, вы достаточно неплохо приняли эту игру, хотя мне казалось, что она, ну, не то, что не понравится, но вы скажете, что она скучная, неинтересная, да, и надо что-то другое снимать. Поэтому, вот, а в принципе, вы неплохо оценили и сказали, что многие из вас в нее играли, некоторые хотят продолжения, давай, едь. Бензин заканчивается, и мы включаем буст на X. О, мы все ломаем, получаем доллары. Уии... Этого не задаем. Давай. Нет. О, нормально. Поводим в гараж. В гараже наша задача прокачиваться. Давайте купим эту штуку. Можно? Yes. 17 тысяч. И пушку. Yes. Так, качаем. И 9 долларов. Поехали. Наша задача с вами это здесь пройти до конца. Вообще пройти первую часть, потому что я, если не ошибаюсь, их 4. Вот, а... Ну вот, надо как можно быстрее их проходить. Ну, не то что быстрее, но вы замечаете, что ролики выходят очень редко. Это связано с тем, что нету больших идей. Ну, то есть, какие игры крутые можно снимать, которые вам бы реально нравились. Хоть вы написали много игр, но ну, это же не значит, что вот сейчас они возьмут и резко все появятся. Потому что прежде чем игра выйдет, я должен в нее сам немножко поиграть, понять, нравится мне она или нет. А только после этого, нормалек, мы дальше едем. Так, бензин. Надо бензин выкачать. Но тупые зомби. Все, и бензин закончился, и буст. Найс. Тупые зомби. Это бензин, конечно. Где бензин? Ценники здесь космические. Все дорого. Все дорого, ни на что не хватает денег. Вот, конечно. Го. Вот. Кстати, кто-то из вас, если знает, напишите в комментариях мне какой-нибудь шутер, в который можно поиграть, такой шутер-экшен, что-нибудь из разряда одиночного, то есть, все, пушка закончилась, одиночки, ходить с оружием, убивать, возможно, ну, не то, что зомби, не знаю, еще кого-нибудь убивать, да, что-то такое, одиночный шутер. Потому что мне очень хочется такое поиграть, я играл в детстве в какую-то игру, не помню, как она называется, да, но в нее я давно играл, и... Я нашел одну из игр, типа это шутер, ну мне сказали это шутер, но это оказался не шутер. Вот, меня обманули. Поэтому, если кто-то знает крутой реально шутер, пострелять, да, то я бы был бы очень рад в него поиграть. Так, продолжаем прокачку. Ну, у нас денег нет, мы очень бедные. Ни на что нет денег, все дорогое. Дорого. Го. Вот. Также скоро Хэллоуин, а Хэллоуин это обычно знаменуется стримом 12 или 24 часа. Сейчас немножко расскажу поподробнее. Я начал заниматься игровым каналом, вообще каналом на ютубе с 2015 года. Ну, мало кто об этом знает, наверное, но это так. И начиная с 2017 года, Хэллоуин 2017 года, я начал проводить длинные... О, нормально. Начал проводить длинные стримы. Ну, длинные, прям реально длинные, там, 12 часов был стрим на Хэллоуин 2017 года был стрим 12 часов на моем старом канале, втором канале, это третий. Вот, потом через год был еще один стрим, это в 18-м, он был почти 24 часа, то есть, как бы, трансляция сама шла 24 часа, но там было часы, когда я заснул и не смог нормально вести эфир, да, просто так бывает. И в прошлом году я пытался, купаем эту штуку, это дорого, купаем это, вести стрим 24 часа, но я несколько часов
поиграл, да, и меня как-то бабанул на игру, я забил. О, нормальные колесики. Тем не менее, каждый Хэллоуин 2017-го, это уже получается раз, два, три Хэллоуина, это были четвертый. Да. Я начинал длинные стримы. Вот. И очень большая вероятность есть, что в этом году снова будет на этом канале, ну, это же игровой, да, а мы стримим игры, стрим 24 часа. Ну, по крайней мере, мы зайдем на него, а будет он 24 часа или нет, я не знаю. Поэтому... Нормально, так ящики сказали. Поэтому, друзья, знаете об этом. Часто пишут мне, что... Ну, давай, давайте бусты взял. Часто пишут, что там на стрим не пришел, не успел. У вас будет возможность, потому что он будет проходить, получается, с 5... Если будет стрим, то он будет с 5.00. То есть 31 октября. Он стартует в 5.00. Закончится 1 ноября тоже в 5.00. Вот. Ну, нормально, так денег не нагребли. Давайте я сейчас узнаю, когда, собственно говоря, это стартует у нас. Так, 31-го это суббота. Ну, замечательно, друзья. То есть в субботу в 5 утра, возможно, стартует большой стрим. А, закончится он 31-го стартует в 5. А закончится 1 ноября, то бишь воскресенье. Ну, посмотрите, суббота на воскресенье будет стрим. Просто очень-очень хорошие дни недели. В принципе, никому никуда учиться, скорее всего, не надо. И даже если вы будете чем-то... Ну, так тому, к тем обращаюсь, кто не приходит на стрим, потому что в этом говорят, что вот мы не успели, там опоздали, там дела были. Что теперь у вас будет возможность 24 часа, ну, я думаю, вы найдете на выходных хотя бы часок заглянуть. Если вам, это, вам реально это интересно, и вы хотите заглянуть, то у вас будет на целых 24 часа. Вот. Поэтому анонс еще будет. На основном канале будет анонс. Тут, может быть, тоже будет, не знаю. У меня есть даже. Давай. А, нет, у меня нет заготовки. Заготовка была на... А, привык нажимать на... пробел. Это во второй части пробел был, здесь X. Заготовка у меня была на втором канале, но его заблокировали. И... ну что, и все. И все, застряли. Все, застряли. Не проехали, блин. Что так плохо едет? Надо что-то... Только не знаю, что качнуть? Буст. Буст качнули. Это дорого. 21 тысяча. Что можно качнуть? Колесо. Дорого. Вообще денег нет. Понятно, надо катать еще. Надо катать, чтобы доллары получать. Вот, поэтому анонсик, может быть, я придумал какой-нибудь своеобразный, как однажды я сделал в 2017 году, ну реально, у нас получился крутым хэллоуинского стрима, 10-часового. Потом был точно такой же анонсик на 2018 году, ну, как говорится, если что-то хорошее работает, зачем это менять. Вот, поэтому будьте готовы, что будет стрим 24 часа. Мы будем на нем играть в различные игры. Конечно, начнем, в принципе, с игры, которая, по сути, и дала толчок для того, чтобы такие стримы вообще были возможны. Я думаю, многие знают эту игру. Это игра Tonkin Online. Вот. Но так как в нее играть 24 часа уже невозможно, по сути, по своему желанию, да, то, если мы хорошо едем, то мы будем в различные игры еще играть. Ну, едь ты! Нормально. Кстати, напишите в комментариях, делать мне длинные ролики или короткие. Это тоже важно, ну, типа, чтобы я знал, длинными их делать или короткими. Так, ну все, мы фул. Прокатимся. Фул прокатимся на этой машинке. Вот, наверное, тогда закончим. Поэтому не забывайте написать в комментариях какой-нибудь шутер, если вы знаете. Вот, делать ли мне длинные ролики, то есть минут на 15, да, игровые 10-15, или коротенькие на 5-7. Вот. И где и... Не, ну так неинтересно. Так неинтересно. Buy new car. New car стоит 200 тысяч. Где я 200 тысяч вам раздобуду? Вот. И также, как что вы думаете насчет стрима 24 часа на Хэллоуин? Придете ли вы? Было бы ли вам интересно на такой стримчик увидеть на моем канале? В принципе. Для меня это уже не в первый раз. Самый крутой стрим у меня получился... не на Хэллоуин, это был день, кажется, я не помню, день НЛО или день, помню, день НЛО, что-то такое было.
Давай. И я стримил 24 часа. Вот это реально было 24 часа. От звонка до звонка с 5 утра. Не, не с 5 утра, это было с 10 утра до 10 утра. То есть действительно без сна целый. Давай. Целых 24 часа я стримил. Без перерывов, по сути, на покушать, на попить. Ну, во время стрима я всегда с собой держу стакан воды. Вот, но без перерывов на покушать. Без сна и так далее. Поэтому, кто говорит, ну, это невозможно, или типа ты не справишься, у меня уже есть такой опыт, на самом деле, богатый. И если мне реально захочется играть в эту игру, какую-нибудь, да, которую мы будем играть, то это легко. Мы получили 92 тысячи долларов, это мало. И давайте на этом закончим. В принципе, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующем ролике мы купим вот эту машинку. И будем на ней уже заканчивать эту игру. Все, всем спасибо, всем удачи и всем пока.